Всем привет! Я обещала рассказать о в продолжение темы о школе, хотела рассказать про канцтовары. Вот сегодня мы были в Бондакёе, это центр помощи мигрантам, в котором есть кормушка, где можно получать продукты питания раз в 2 недели, это бесплатно. И вот при этом центре помощи нам предложили получить канцтовар ребенку к школе. Был сегодня праздник, на который мы ходили, там детям вообще как бы сделали развлечения, там вот видно, там дарили вот шарики, видно. Потом они играли, делали своими руками какую-то штуку. Ну, я не была, был как бы муж ходил, он говорит, что в какой-то таз с водой они бросали какие-то штуки, что-то оно там происходило, потом закрыли, открыли, получился шарик. Ну, в общем, суть в том, что детям было очень-очень-очень интересно. Вот. Помимо этого раздавали призы, подарки. Нам вот достались очки, потом футболка. Это помимо канцтоваров, которые нам дали. Футболка, ну, футболка это на взрослого. Вот, еще выдавали кроссовки, но так как мы записались, честно говоря, уже поздно, и нам просто не хватило наших... В общем, размеры были только на девочек, поэтому как бы на мальчика, к сожалению, уже ничего не было. Вот, ну, это то, что по подарками, призам, а теперь вот что дали с канцтоваров. Дали вот такой вот школьный рюкзак. Муж говорит, были там и покрасивее рюкзаки, но наш выбрал, так как выбирали рюкзаки, выбирали дети, то наш выбрал вот этот вот черный, не знаю, чем он ему понравился, этот черный. Вот, так, что в рюкзаке? Значит, помимо рюкзака, значит, в рюкзаке вот такие вот пеналы, вот такой пенал. Непосредственно школьный рюкзак. Так. Пеналов было два. Вот, два пенала. Два пенала. Так, резкость наведется. Так. Набор фломастеров. Потом было четыре вот таких вот клея-карандаша. Так, это карандаши. Это простые карандаши, потом такие маленькие карандашики, два набора, точилка, две резинки, линейка, вот такой вот набор еще карандашей, 24 штуки, ну вот они вот такие, это такие, как они, не знаю, как они называются, забыла, как называется это слово, карандаши, они такие, как не точится. Сейчас покажу. Вот такое. Какие-то как восковые, его вспомнила слово. Восковые. Вот. Потом вот такие ножницы с круглыми концами. Причем я хочу сказать, что сейчас продолжу показывать, что в рюкзаке нам дали. Хочу сказать, что тот список, который дала школа, практически все, что нам было нужно, вот нам как раз и дали. Но мы когда записывались, мы приносили документ какой-то школы, подтверждающий, в каком классе находится ребенок. И так как наш ребенок был в классе матернель, нас записали именно для матернеля. Поэтому я думаю, что они уже когда готовят наборы канцтоваров на Бондакёй, они знают, что необходимо дать. Потом к рюкзаку шел вот такой вот как Буата Ланч. Вот эта сумочка-холодильник. Вот такая. Она простая, но вместительная. В нем можно что-то сложить с продуктов. Потом шли вот эти тетради Canadian. 4 штуки. Так. Вот такие папки. И папки, их тут много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ой, штук 20, наверное, этих папок разноцветных. Потом подставка, это на которую прикрепляется листочек бумаги плотно, если где-то на ходу писать нужно. Потом вот такая папка для документов. А, что здесь еще есть?
пачка бумажных салфеток. Ага, ну это ребенок рисовал, это их развлекали. Вот, ну и рюкзак. Вот такая вот классная помощь. Я считаю, что для новоприбывших иммигрантов это вообще шикарный подарок, потому что, в принципе, конечно, сейчас во всех магазинах идут акции, скидки, но даже с учетом того, что все купить по распродаже, то я думаю, что все равно большую сумму денег мы смогли сэкономить. Вот покажу единственное, что нам пришлось докупить из того, что как бы Бондакио не дал. Вот такие вот подставки. Ну, обычная подставка на стол. Их нужно было две штуки. Одна для поделок каких-то, а вторая для того, чтобы ребенок на ней кушал. Вот таких вот было две. И вот такой фартук. Значит, это спина, это застегивается на спине. Вот так вот. Получается как фартушок, вот с карманчиками, вот так вот. Рукава, значит, дети, когда они рисуют что-то красками, лепят, для того, чтобы они остались чистыми и не запачкались, они одевают вот такие вот на себя фартушки. Они и в садиках такие одевают, и вот в школах. В Долораме это удовольствие стоит там буквально пару долларов, но очень классная штука. Вот. Как бы мы уже дома ничего не лепим, он уже ничего не хочет. Ну вот если бы, так как в Украине мы очень часто такое делали, если бы такая штука была дома, я бы обязательно себе домой такое купила, потому что ребенок всегда в ней будет чистый, и она такая, что ее можно помыть, отстирать. Вот. Ну вот это вот и все, это то, что мы собрались к школе. Теперь вот к вот этим всем карандашикам и фломастерам нужно будет поприклеивать вот эти наклеечки с именем. И все, в школу мы готовы. Спасибо, Бондакё. Вот, миссион Бондакё. Все, спасибо за внимание.